Всем привет! Сегодня буду жаловаться на свой принтер 15-летней давности. Даже не то, что на принтер буду жаловаться, а, скорее всего, на картриджи. Да, этот принтер, в общем, у меня еще со школьных времен, то есть лет, 15 назад, сейчас на 2020 год, я где-то 2006-2007, наверное, так вот этот принтер приобрела. Это у нас Canon PIXMA. MP170. Я его поставила тогда на русский язык, и, честно говоря, как на немецкий поставить обратно, не знаю, но думаю, как-нибудь разберусь. Так вот, он у меня лежал, я им пользовалась во время школы, потом я его взяла с собой, когда переехала на Берген на Рюгене. После этого я ехала обратно в Россию и его оставила моей маме. Он у нее лежал в келлере, в подвале, пылился, никто им не пользовался, и, естественно, те старые картриджи у него, это, естественно, засохли, и восстановлению уже не подлежали. Ну, конечно, можно было там, наверное, как-то там поковыряться с этими картриджами, но я решила, что проще будет купить новые, тем более новые стоили не так уж и дорого. В общем, да, когда мы вернулись в Германию 7 лет спустя, то есть я уехала в Россию, 7 лет в России пожила, вернулась в Германию. Здесь, в Германии, решила взять этот принтер себе обратно, да, в новый наш домик. И этот самый картридж решила купить новенькие. Ну, не совсем новенькие, да, вот эти вот, перезаполняют и подают как в виде новеньких. Вот один мой картридж, который новенький я купила, и вон там второй черненький лежит. Заказала в eBay, и видно, что они были, это самое, на дырки, допустим, это не я делала эти дырки, это кто-то до меня сделал. И еще тут у нас, где тут у нас, что тут у нас, вот у нас, здесь, допустим, написано было Made in China, обычно на стандартных пишется здесь то, что сделано в Китае. Это дело у нас, как он называется там, паяльником спалили, и да, вот такой вот картридж. Он у меня работал хорошо, вот это самое, 2 года уже, считайте, мы здесь в Германии живем. И вот до сих пор как бы работал. Единственное, что я последние месяца 3-4 ничего цветного не печатала. Черно-белое делала, а цветного не делала. И в итоге у меня он засох полностью, я его наполняла, перезаполняла этими чернилами, и в итоге все равно ничего хорошего из этого не происходило. То есть, когда печатаешь этот самый образец, этот вот, который, как он называется там, контрольный образец, это там, где полоски такие, черненький печатается хорошо, потом дальше, по-моему, идет этот самый синенький полоса такая, одна печатается, вторая полоса синяя уже не печатается, остальные тоже не печатаются. Я его тоже отмачивала, отсачивала, не знаю, что с ним только не делала, пыталась там ковырять вот эти штучки тоже, но, да, ничего не помогло, и это самое... Буквально чуть-чуть красненького вылезло после всего этого, после моих всех манипуляций, и все, больше ничего не помогало. Вот, решила все-таки, что да, пора уже покупать новенький. Опять-таки, люблю экономить, поэтому купила уже это не оригинальный кэноновский, этот новенький картридж, потому что они 25 евро стоят, а этот самый, опять-таки, перезалитый вот такой вот фирмы. Тоже, опять-таки, это фирма, да, это картонка от одной фирмы, а этот самый, а здесь просто наклейка на скотч. Нет, не на скотч, обычная наклейка такая приклеена. Типа вот эта фирма, она сделала вот этот картридж. Вот, заказала у нее, этот картридж стоил 13 евро, то есть с оригиналом, если сравнить, это будет 25 евро, оригинал, а это 13 евро. Вот он, рядышком тут лежит, выглядит, в принципе, хорошо. Сейчас эту штуку сниму. Чик. Вот так вот, сюда ее. Вот, выглядит, в принципе, хорошо. Опять-таки, название Canon его спалили. Тут вот видите, вот эта вот штука, тут написано Canon. Ну, должно быть написано Canon. Буква К, допустим, чуть-чуть это самое виднеется еще. И тут тоже сделано в Японии, тоже его немножко это самое припаяли, чтобы было не видно это дело. Вот. Дальше что? Его, тут видно, вот эта дырка, она не сделана, да, почему? Потому что у них там есть специальный такой аппарат, который сразу 3 дырки вот здесь вот как бы делает. Потом они эту дырочку запечатывают, тут даже видно, что такое как бы немножко припухлость такая, которую они запечатали, вот эту дырочку свою, чтобы запомнить эти самые, чернилами перезаполнить его.
Вот, его попробовала, у него печатается очень криво. Господи, я, по-моему, уже выкинула тот листочек. Пойдемте посмотрим. В бумагу где-то. Где-то в бумаге. В бумаге, в бумаге. Вот, по-моему, оно. Да, вот эти мои контрольные образцы. Вот так вот печатал тот самый этот картридж, который я только что показала. То есть у него все в полосках. Насыщенность цвета, в принципе, хорошая. Да? Ну, как вот те, которые полоски, которые отпечатались. А этот самый. Но все равно как-то полосит очень сильно. Я, честно, не знаю, в чем это может быть проблема. Возможно, это просто-напросто что-то уже там со шлейфами, что-то не то. То, что, как сказать, не картридж виноват, а, скорее всего, уже в сам принтер, у него там какие-то самые контакты уже фиговые, и он просто-напросто неверно отправляет сигнал подачи чернил. Вот. А, вот это, кстати, моя... Вот это вот у меня контрольный образец моего этого... Моего первоначального картриджа. Тут можно чуть-чуть видеть. Видите, вот этот слегка синенькая. Хотя я, по идее, его полностью залила вот этими чернилами и красным, и желтым, но их почти что и не видать здесь. Так, тут у нас что? А, ну вот еще тоже. Тоже это мой первоначальный картридж. А это тот, который купила вот этот вот. Вот так выглядит образец контрольный у него. Вот. Так вот. Чтобы проверить еще разочек, проблема это в картридже, либо это проблема в принтере, нужен ли мне новый принтер, я решила заказать еще один картридж. Вот он, только что пришел, буквально минут 20-30 назад. Вот, и тоже он стоил 12 евриков, 12 небольших евро, ну, почти 13, уже с другой фирмы, и уже не 41, а 51, который побольше немножко вместимости у него. Вот, его вставляю, значит, вот это, вот это вот он, вот это вот новенький картридж. Его, значит, здесь, кстати, не стерли, что он made in China, made in Japan, она даже, может, поэтому не сама не стерли, потому что он в Японии сделан, а не в Китае. И надпись Canon тоже они не спалили, что, кстати, интересно, почему обычно все спаливают. Типа там это самое, спаливают для чего? Потому чтобы этот самый, чтобы люди, которые, допустим, картридж не работает, да, люди смотрят на картридж, думают, что вот кто виноват. Типа смотрят, ага, это фирма Canon. И они обращаются в фирму Canon. А на самом деле этот картридж заправляла уже не фирма Canon, а какая-то другая фирма. Поэтому вот эти фирмы, которые перезаправляют картриджи, они вот эти вот штучки, они это самое стараются замазать, вот это спалить как-то там вот этим паяльником, да, чтобы... Люди не знали, ну, чтобы люди обращались не сюда, вот не в эту фирму, а уже конкретно к этой фирме. Так вот, вставляю этот картридж. Вот это надо убрать сюда. Закрываю свой принтер. Хочу сделать контрольный образец. А он мне пишет, что проверьте чернила. Типа картридж ставят неправильно. Такая ошибка означает, что картридж ставят неправильно. И черный, и цветной. Делаем следующее. Убираем цветной. Черный не трогаю вообще. Давай, возвращайся. И вуаля. С черным проблем нет. Проблема только с цветным. Вставляем. Вот это вот наш вот этот новенький. Прям супер-пупер новенький. Вставляем мой первоначальный. Нет, это не мой первоначальный. Это который... Этот самый. Вот мой первоначальный. Вот это вот мой первоначальный, у него отклеивается наклейка легко. Вставляем мой первоначальный. Черный опять-таки не трогаем совсем. Ошибок никаких нет, можно печатать. Но он нифига мне нормально не печатает, потому что у него засохли эти сопелки, сопелки, как они называются, правильно, не знаю. Давай, возвращайся. Вставляем теперь картридж... Вот этого, вот этой фирмы, который у меня второй, который полосил сильно, вот этот вот. Проблем нет, можно печатать. Еще разок вставляем вот этот вот, новый, который сегодня пришел, который я купила для проверки этого самого, как называется, работоспособности моего принтера. Который должен быть нормальный, по сути, да? И что он нам пишет?
Проверьте чернила, неправильно вставлен картридж. И черный, и цветной. При этом черный я вообще не трогала пальцем. Вот, и получается, что в данном случае проблема именно в картридже. То есть я только что вставила какие-то другие картриджи, и беспроблемно он их определял. Значит, проблема именно в этом картридже, проблема конкретно с этими контактами. Что-то с ними не то. Я уже их и протирала и так, и сяк, и в те даже контакты протирала, хотя в них вряд ли проблема состоит в том, что другие картриджи они определяют. А вот что-то вот именно с этими контактами не то. Ну, в общем, фиг его знает. Ой, придется, наверное, еще раз заказывать какой-то картридж, чтобы проверить, нормально у меня этот работает у меня принтер или нет. Так вот, значит, за вот этот вот картридж, то, что он полосит, мне уже вернули денежку. Причем без всяких вопросов, да, как бы он вообще никакого комментария не написал. Я просто написала, что как-то он странно печатает, да, и отправила фотографию вот этого, да, кусочек этого, как он вот это вот мне напечатал. И мне вообще без всякого комментария просто вернули деньги на счет мой обратно. Сейчас буду писать то же самое вот по этому картриджу, то, что, мол, у меня есть два других, которых прям моментально определяются, а вот именно ваш картридж конкретно не определяется, типа, что это такое, что будем делать дальше. Вот, ну, посмотрим, может, что-то тоже, может, деньги вернут опять-таки за это, я не знаю. Если это, причем, вот этот картридж, я спросила, нужно ли его отправлять обратно, мне продавец не отвечает, то есть, возможно, даже обратно отправлять его им не нужно, потому что он, да. Вот, ну да. Есть еще, конечно, вариант взять другой принтер, которым подходят вот такие картриджи, да, такой марки, не марки, а такие цифры у картриджа, которые. Но, блин, где я такой этот принтер достану? Ладно, на этом пока что все. Возможно, скоро будет обновление. Продолжение туда же. А, помимо вот этого картриджа, там еще прислали вот эта коробочка, да, которая там пришла, вот этот счет, вот этот вот, чтобы этот самый не валялся, ну, как бы не катался туда-сюда этот самый картридж мой. И вот такой вот пакетик. Я такой уже давно видела, в смысле, за 15 лет опыта с этим принтером. Я уже с таким сталкивалась раньше. И вот сейчас тоже такую штучку прислали. Короче, здесь в Германии очень, естественно, как его много ценят окружающую среду, и все фирмы, которые с окружающей средой что-то там делают, да, как бы, господи, как у меня пальцы все замасканные, надо было перчатки одеть, ну ладно. Короче, все эти фирмы, они стараются быть био, быть в тренде, ресайклинг, это всегда у них там прям супер-пупер, если это такое где-то присутствует, то это прям очень хорошо. Пакетик видно, что он сделан из переработанного своего материала, качество печати тоже не очень хорошее, допустим, здесь у нас, ну, съехал зеленый цвет. Вот, так вот, что они хотят? Они хотят, чтобы мы, шпенден, это у нас пожертвование, то есть пожертвование через то, что мы эти картриджи сделаем ресайклинг, то есть получается, что мы не выкинем просто так их в мусорку, да, а мы отправим их, эти картриджи, вот эти пустые картриджи вот этой фирме, и они его как бы по новой, это самое, сделают, пустят в оборот, получается. То есть они его заполнят по новой. Эти все штучки там как вот заделать, переделать. Я показать хочу вот на этом примере. Хорошо там видно было. Секундочку. Вот. У них вот это вот. Сейчас сфокусируется, не сфокусируется. Вот. Тут видно, что у них вот эта штука как будто вообще какого-то заклеена. То есть, возможно, они даже дырки вот здесь не делали, они просто-напросто крышку вот эту полностью сняли, возможно, это самое, сняли вот эту крышку, заполнили чернилами, и потом снова просто-напросто ее наклеили, чтобы она более красивенькая такая была. Вот. Тоже как вариант заполнения такой тоже существует. Так вот, пустые эти картриджи, они просят, чтобы пришлите нам, и мы их снова заполним, и это будет как бы хорошо для окружающей среды, меньше мусора, больше радости. Вот, при этом они как пишут, что, мол, тут они как бы, мало того, что они просят об этом, да, то есть как бы мы купили картридж, он стоил 15 евро, да, если купим оригинальный картридж, то он стоит 25 евро, ну, 15, я так сказала, что там в районе от 12 до 15-16 евро такой картридж стоит. То есть мы потратили свои деньги. Мы должны вот эти картриджи потом впихнуть
в пакетик, получается, да, и отправить его этой же самой фирме, которая на этом деньги зарабатывает, которая заполняет эти картриджи халявные. Они получают халявный материал, они просто напросто тратят деньги только на чернила, они не тратят деньги вообще на эти картриджи нисколько, и потом перепродают снова вот за такую же цену. Хороший такой интересный бизнес, да, поэтому как бы они все это делают под видом того, что это, мол, для этого самого, для переработки хорошо, ресайклинг, это самое, вперед там, да, защитим планету. Такие прям молодцы, да? Далее. Ладно, с этим как бы хорошо, там понятно. Но при этом они тут еще и какие-то условия ставят. Мол, то, что это самое. Положите сюда не менее двух. То есть минус цвай. То есть одну штучку пошлете, они это самое будут недовольны. Минимум две штуки нужно в пакетик положить. То есть, да. Зараза такие, да, коррупционные. Не то, что не коррупционные, как сказать, капиталистические твари, вот, вот так сказать. Это раз, то есть как бы нужно, во-первых, две штуки положить, одну штучку им не нравится. Второе, у них вот здесь вот это место для этой марки, куда вклеивать марку, написано, пожалуйста, франкирован, это значит, ну, марку приклейте, если марка у вас есть на руке. Эта фраза, я вот, кстати, только что проверила, как бы я до этого знала, но проверила еще наверняка, чтобы не соврать вам. Короче, вот эта фразочка, да, пожалуйста, франкирован, если марка у вас в руке есть. Это означает, что вы не обязаны платить за отправку, но если вдруг у вас, вы хотите как бы, так сказать, опять-таки, шпенден, да, этот самый, как по-русски называется шпенден, только что говорила, это вот, да, пожертвовать как бы свои денежки еще, то можете еще и наклеить марку, и тогда получатель не должен будет платить за этот самый, за отправку. Получается, что мы даем им халявный материал, да, халявный бесплатный материал, плюс еще мы сами еще его им, да, в их фирму отправляем, если вот это сюда вклеиваем марочку. Вот. Но по закону вот эта вот такая фразочка, она говорит то, что мы, как потребители, мы не обязаны, вот nicht verpflichtet, мы не обязаны вот эту штуку делать, вот эту маркировать. Ну, короче, да, вот такие у них тут интересные бизнес-идеи. Так что, пожалуйста, если кто-то в России тоже что-то такое хочет замутить, там, типа, там, защитим окружающую природу, можете воспользоваться такой идеей. Такое тут практикуется уже давно. Я еще когда в 2006 году, 2003-2006 год тут когда жила. Нет, 2003, наверное, еще не было у меня принтера. Но где-то 2006-2007 и так далее, да. Тогда тоже вот эта штука, все, этот такой принцип уже существовал. Так что, да, пользуйтесь такой идеей. Давайте поглядим, что у нас в этом самом картридже, вот в этом вот, находится внутри. Сейчас, секундочку. Я уже немножко отковыряла тут, чтобы легче было одной рукой отковырять. И у нас вот тут видно, что у нас есть три дырки. Все-таки. Четвертая дырка, я тогда не понимаю, зачем она нужна. Упс, секундочку. Вот она, четвертая дырка. И да, честно говоря, для меня это загадка, что это такое. Тут у нас какая-то фольга. Я почему уже расковыряла, потому что этот картридж мне возвращать уже не нужно, мне уже это убедилась в этом, и теперь можно это поковырять. Слушайте, эта штука как-то не убирается вообще, да? Да, она как-то вообще не убирается. Тут какая-то штукенция, то ли дырка, то ли что. Да, побольше света. И чем бы мне его проверить? У меня тут зубочистка рядышком лежит. Поковыряем зубочисткой. Нет, это просто... просто какая-то фольга. Честно, не знаю, зачем она тут нужна. Ну ладно, какая-то фольга. Да, просто бывает такая штука, то что это самое, то что видите, у них тут еще раз, два вот эти вот эти точки. Я такую штуку, конечно, сама еще не видела, но слышала, что, мол, есть прям такой прибор, он просто-напросто как в чик, так втыкается в нее, сразу три дырки делает, вот эти вот, наверное, эти три дырочки как раз таки делает, и заливает чернила нужные. То есть здесь, видимо, тоже еще какое распределение вот этих вот отсеков происходит. То есть вот сверху это один отсек, тут у нас красный, а вот этот второй отсек, это у нас желтенький, и здесь у нас третий отсек, это синенький. Вот эта точка, честно говоря, не знаю, для чего нужна. Ну, видимо, создатели этого картриджа лучше знают, для чего эта фигня нужна. А так получается смайлик такой, глазки-глазки, носик, ротик. Вот. Итак, ребята, дубль 3 уже. 3. Вот так вот. Пришла новая посылочка. Буквально, получается, я позавчера заказала первый картридж. Пришел вчера, получается, на следующий день. Тут же написала, что он мне не подходит к принтеру. Написала это сам сообщение в продавцу. И он уже сегодня мне прислал новенькую.
Сейчас мы это дело откроем. У меня вот такой поломанный ножичек. Но все равно он как-то действует. Тут раз. Тут два. И вот так вот у нас идет. Вот. Три. Открыли. Точно такое же, она также без этого самого, без уплотнителя. Ну да ладно. Так, будем надеяться, что он. Вон у него другие два стоят. Бардак с бумаг. Так, тоже картридж. Тоже вот такой пакетик. Типа отправьте нам назад два картриджа пустых, как минимум. Так, как бы сейчас так его открыть, чтобы. Вот тут пунктирная такая линия, вот она открывается. По ней можно открыть. Вот он картридж, вот он принтер. Открываю. Сейчас, секундочку, это монитор мешает один. Надо немножко так подвинуть и открыть. Так, тоже видно, что он перезаправленный. Тут все это самое красками. Мы это на Япана не убрали. Этот мой первоначальный убираем. От этого освобождаем эту штуку. Эть, блин, как неудобно. Телефоном. Опа! Получилось. Неудобно было телефон держать эту самую. Выглядит он точно так же, как предыдущий. Ну, пробуем. А вот получится. Что ты скажешь нам на это? Все? Все прекрасно. Так, теперь нам нужно сделать контроль. Опять на браслет впихнуть. Посмотрим, как он распечатает нам эту самую контрольный образец. Так, кликаем печать контрольного образца и ждем выход. Там у меня черновички стоят. То есть они с одной стороны а уже что-то там на них есть, а с другой стороны пусто. Ну, а я знаю, почему он не работает, потому что я не подключила к компьютеру. Сейчас подключу. Так, пока подключала, у меня выдал сообщение, проверьте чернила цветные. 160 это первая ошибка. А, ну это просто, что картридж это самое заменили. Ну это, в принципе, окей, по-моему, надо нажать здесь. И да, и все, нет? И черные. Черное тоже хорошо. Все, эту ошибку 161 легко исправить. Просто нажать кажется, окей. Это типа имеется в виду ошибка, потому что мол, это вы заменили картридж, и мы типа не знаем конкретно, сколько там внутри чернил. Потому что официально по чипу расход у него это самое уже исчерпан. Ну давай, печатай. Ну, долго соображает, 15 лет уже ему, ему нужно время, чтобы сообразить. О, поехала. И смотрим, что у нас вышло. Все прекрасно вышло. Ну, почти прекрасно. Красного цвета немножко не хватает, но, в принципе... А это что-то дальше поехало. Я такого не просила. Еще раз сделал. Ну, ладно. В общем, да, это самое. Залили почти что полностью, да, красного цвета немножко не хватает, но пожалуюсь, конечно, потому что, ну, как это так? Это не то самое, на самом деле, первый раз такое. Сколько до этого, ну, 15 лет этим принтером живу, и сколько раз я не заказывала такие картриджи, которые перезаправляли, да, такой проблемы как бы не было ни разу. Все время приходили с первого же раза хорошие картриджи. А сейчас у меня какая-то прям полоса неудач там это получается, да, то, что один картридж полосил, вот этот картридж полосил, этот картридж не определяется, а третий картридж, получается, красный цвет не дарили. Ну ладно, короче, напишу жалобу опять-таки, сфотографирую этот вот контрольный образец.
Ой, ну, в принципе, в таком варианте уже как бы более-менее сойдет, да, то есть как бы я его сама долью, этот красный цвет, это самое, и посмотрим, да, попробуем с ним поработать, с этим картриджем поработать. Давайте сообщение этому скинем. Это что у нас? Это оно, не оно? Вот, они тут писали мне то, что, мол, это самое, спасибо за ваше это самое сообщение. Как вы и пожелали, мы вам послали эрзац, это дополнительно вот эту вот часть, ну, как бы, возмещение другого вещи именно, не деньгами, а именно вещь по-новому послали. Так, кликаем ответить, ответить, кликнулась, кликнулась, и пишем. Так, халю. Во-первых, так, секундочку, вот эту штуку мне помешает немножко. Халю, Дисмаль в этот раз. Хат найн. Найн ха. Майн. Да господи, какие подстолстые майн. Друг. Ди патроны. Кант. То есть в этот раз этот самый принтер опознал мой этот самый картридж. Лейда. Лейда. Ди. Передаст контроль друг. Господи. Ну ладно. Мы пишем, что лейда. Пишем ди. Господи, я не русская. Свининюка. Ди контроль. Двумя эл или с одной эл. Контроль друг. Цаек. Те. Das Magenta Farbe nicht ganz voll ist. Aber так, в скобочках поясню. Zweite Streife. Zweite Magenta Streife. Magenta. Ваши буквы. Это существительное. Magenta Streife sieht man nicht. Aber ich kann es Зерля, сэта, нах, шух, блин. А вы, я могу это сама нах, шули, сама дарить ее. И что мы еще напишем ему? Спасибо за понимание. Как это сказать? Не только попрыгаю дипатрона эр как эхкан, но ты, господи, эхкан, но. Я даю контроль друг цель, когда с магента фаба не транспорт, и с вами магента фаба не транспорт. Аба эхкан эс зэпст нах, шулин, и прохт. Ну, да, хаубзаха, что он не полосит, как будто полосит. Хаубзаха, зит обе хауса, так, хорошо. Hauptsache, es sieht ordentlich aus. Вот так вот. Ordentlich. Типа, более-менее нормально. Hauptsache, пишет через CH. Окей. Спасибо за что? Спасибо за... Mithilfe, как это сказать? Спасибо за содействие. Спасибо за... Да, Mitwirkung. Вот, да, окей. Für Ihre, с большой буковки. Mitwirkung. Точно Mitwirkung? Mitwirkung. Нет. Давайте посмотрим в Google переводчики, как будет содействие по-немецки. Спасибо за содействие. Так, с русского на немецкий. Так, содействие. По-английски. Суру, до, цу, ничего такое. Я на японский перевела. Это продвижение по службе. Содействие. Он не перевел, ничего себе. Ладно, мне нужен немецкий сейчас. Дишё дорог, митвиркунг, митвиркунг. Пойдёт. Митвиркунг, точка. Всё, отправляем. Всё? Да, и тут написано, что это самое, вообще-то обратно. Тут написано, что Филе данг фю ире мит. Вот это вот, видите, айна рюк зендунг. Секунду, вот эта вот часть, тут написано, что, мол, это самое, возврат картриджа можно не отправлять, но он просит, что, чтобы я его тоже потестила, этот картридж, и если что, то отправить и тот обратно на них, ой, обратно на них, обратно им. Все? Фотку-то прицепить мы забыли. Так, пишем, фото фергесен. Вот. Что-то неплохо сфокусировался. Вот. И фотос вот здесь. У меня с телефона почему-то не было кнопки добавить фотографию. Так, окей, соглашаемся. И тащим сюда фотографию с телефона. Где оно? Камера DCIM. Камера. И это самая последняя. Оно? Оно. Открыть. 2%, 3%, да-да-да-да-да. Загружайся. А то отправила сообщение, да, без всяких доказательств. Тут поставим точку в конце предложения. Это у нас фотография прицепилась. И все. Отправить. Отправить на Хрихт Зенден. Отправить. У меня и был то по-русски, то по-немецки, то по-английски пишет. Ой, да. Все.
Кстати говоря, на радостях, что у меня этот принтер, возможно, будет не работать, ну, еще когда сам в самом начале, да, то есть не на радостях, а на... Короче, я испугалась немножко, что он может не работать. Я пошла в этот самый в eBay на телефоне построить Kleinanzeigen, маленькие объявления на eBay, это типа как Авито или Юлы на русском, в России, точнее. И искала, короче, сколько вообще стоят бэушные принтеры, чтобы в случае чего себе организовать новый принтер, да. Ну, в принципе, этот у меня рабочий принтер, но я все равно-то нашла один принтер. Этот срач, вы все не смотрите сюда. Так, вот, вот эту штукенцию нашла. Она стоила 38 евро. Давайте сумку уберем. Я просто уже некуда его было ставить, поэтому это поставила туда, где мы-то сумки мы ставим всякие. Это моя школьная сумка. Тут у меня стоит рюкзак ребенка, тут моя сумка будет стоять. Чтобы эта штука не сломалась, буду ее так вот убирать и здесь ставить сумку. Вот, значит, эта штукенция стоила 38 евро. Давайте пока включим ее. Пока она включается, просто она долго включается. И в оригинале новенькой стоит он около сотни евро. И тут прикол в том, что у него А3, формат А3. То есть вон тот мой принтер, у него А4. Господи, как тут самое... Вот почему я люблю вертикальную съемку, потому что, видите, сейчас, конечно, вам плохо видно, да, но так мне сфокусирована картинка на моем принтере. Вот этого и вот этого там не видно. Ну ладно, я начала это видео в горизонтальной съемке, поэтому и продолжаем так дальше. Так вот, эта штукенция стоит, как новенькая, около 100 евро, я ее купила за 38. И, в принципе, считаю, что это довольно-таки хорошая такая цена для него. Там у него эти патроны есть, картриджи все есть. Я уже проверила, как он печатает, в принципе, все хорошо. Единственное, что вот эта панелька, мне кажется, тут мне что-то не то. Я вот хотела спросить это самое, может быть, вы в курсе, что такое с ней? Просто сфокусируйся, не хочет сфокусироваться на эту штуку. Плохо ему сфокусироваться. Вот так вот. Дело в том, что если я вот здесь тыкаю что-то, у меня ничего не получается. Видите? Ни сюда, ничего не получается. При этом нажимая кнопочки вот эти, они работают. То есть вот это все, вот это вот окей, готово, у меня не получается тыкнуть. Но при этом кнопочки вокруг, они работают. Вот. Тут это самое сообщение идет о том, что, мол, это самое, ставьте оригинальный HP-картридж. Но, в принципе, если мы подключим его через компьютер и, скажем, компьютер распятает что-нибудь, то там можно эту ошибку избежать и пойдет как бы дальше. То есть, как бы тут появляется уже снова менюшка какая-то, там кнопочки какие-то появляются, здесь тоже это самое, дополнительные кнопки навигации. Вот эти кнопки навигации, они работают, а то, что тут внутри, нифига не работает. Это так и должно быть или это что-то, какая-то ошибка? Если это ошибка, то как это исправить? Может, кто сталкивался? Это моделька HP. Где тут у нас номер модельки? Вот он. 7500А. Вот такой вот. Буду очень признательна, если вы напишите в комментариях, как это исправить. Я уже пробовала перепрошивку это сделать. Ну, обновить это программное обеспечение к нему через компьютер. Но что-то как-то не получилось. Еще там были советы, типа там протрите экранчик. Включите, выключите, это самое, угол наклона измените, может, типа там контакты плохо подходят, но у меня как-то при любом угле наклона все равно еще не работало. Вот. Продолжаем историю с принтером. Значит, вот мой принтер. Пришел еще раз один картридж. То есть у меня теперь этот у меня. Вот это мой первоначальный. Потом вот этот вот у меня полосил. Его возвращать не нужно, деньги за него вернули. Далее пришел вот этот, он мне принтером не определяется. Потом пришел вот этот, он печатает вот так. То есть красный цвет это сам, видимо, не долили, потому что он как-то плоховастенько тут опечатывается. Третий раз, вот сейчас вот, пришел вот этот вот картридж, вот этот вот картридж. И, как видите, у него тоже проблема с красным цветом. Так вот, значит, я сделала следующее. Значит, продавец вот этих картриджей, вот тот деньги вернул, а вот эти вот картриджи, он попросил, то, что он сказал, что, мол, я пришлю третий раз картридж, но, пожалуйста, два предыдущих верните мне обратно. Вот так вот он сказал. Вот, ну что мне делать? Вот этот вот я оставлять себе не хочу, вот эту вот гадость такую. Я взяла вот этот картридж, почистила ему здесь сопелки через вот эту вот самую простую вот эту штукенцию. Добавила чуть-чуть этого красного цвета, и у меня, в принципе, все получилось. Вот у меня самый, сейчас стоит как раз-таки второй картридж из этой вот фирмы, то есть это был раз, два.
который до этого печатал вот таким вот образом. Я добавила в него красный цвет, и вот все хорошо, в принципе, он печатает. То есть его я оставляю. А вот первый и третий я отправлю обратно, потому что, ну, это какое-то безобразие. Так, не сейчас, мне батарейка садится. Значит, вот этот вот не определялся, этот печатает совсем без красного цвета, поэтому лучше его оставлю, в смысле, отправлю обратно, не хочу с ним маяться. Еще у меня остается, получается, целенький нормальный картридж. Мой старенький, который очень вплосит, у него все тут засохло, пересохло. Еще вот этот у меня остается, полосатый, который, его тоже поковыряю, может, и получится. Может, у меня будет даже 3 картриджа. Эти 2 картриджа отправлю сейчас обратно. Первая попытка не определяется, третья попытка не печатает цвет красненький, пурпурный. Даже образец, это самой отпечатки, как он, вот этот такой листочек, его тоже прицепила сюда. Положу в этот пакет. Не знаю, буду я франкировать его. Не буду франкировать, они и так нигде не должны за это все дело. То, что слают мне какие-то непонятные картриджи, которые самой приходится дорабатывать до конца. Сейчас вот это вот все отправляем, и на этом история с картриджами заканчивается. А история вот этого принтера продолжается. О нем расскажу уже в следующей видяшке. Спасибо за внимание. Всем счастливо!